Миллион лет не был на Анбафе. На X5 заходил, там ретриком 5.5, 5.3 подамажил. А у тебя же нет на X1 протопала, да? У меня есть все. Ну он фуловый? Конечно. В чате присунул Void Hill. Я его лучше 5 не сижу. Или что, тебе P присунул? Сейчас зайду, подожди. Сейчас я тебя найду. Давай, плюс свой. Волчат, я уже зашел. О, поем. Морчус, тебе снова угрожают, что тебя найдут. Что? Тебе снова угрожают, что тебя найдут. Страшно. Удачи. Записывайте адрес. Республика Молдавия. Кишинев. Бульвар дачи 49/1, квартира 124. Ну я какие-то бафы накинул на себя, не знаю, правильно это или нет. А сколько троек вы тут сидите уже? Это второй. А, ну хорошо. Свеженький, да, свеженький. Без вайпов отошли, тебя ждали. Адрес. А наверх не смотри только. Оставьте шкаф уже, его сманил. Да я уже тут. Как ты без шкафа ты суманился? Я просто возле целка стоял. Я понял. А так можно было? Есть 10 секунд релогнуться, отключить от дона? Нет, уже запустили. Ну ладно. Релогайся давай. После того, как релогнишься, фулбаф прожму. Войд, ты играешь через трусы пыткой. Угу. Вот мы и встретились. Как ты вообще мог уйти просто на X1? Это вообще жесть. Ради анбафа можно. Нет, я пассирую. А, ну. Дайте фулбаф, пожалуйста. Это уже отдельная история. Если есть рыбка, поставьте, пожалуйста. Я помню когда-то, когда я только начал первым, я был в первых герах с дарками. И кто-то мне сказал, что Мучус, ты не умеешь играть, тебе в геру нельзя. Это был Войд. Не помню точно. Скорее всего, Шириневал. А может и Войд. Может Каноп? Нет, Каноп. Посмотрим, что мы можем. Лапу друиды дай. Дал чек на пол. Поэтому собери. Друиды дайте лапу. Кирсел, подтверждай. О, это ты вейп куришь? Нет, конечно. Прожмите, пожалуйста, лапку друиды. И так надо. Я запустил, а у вас есть ровно минута. Ровно минута. Чтобы рассказать анекдот. Короче, сидит мальчик, ну сын, у мамы играет в комнате в железную дорогу. И мама на кухне там что-то делает, готовит. Ну и короче, из комнаты доносится: пидорасы, типа, приготовьтесь на посадку, приготовьте свои ебаные билеты, уберите сумки ебаные из похода. Мама заходит в комнату и говорит: сынок, ну-ка быстро встал в угол, стой там 2 часа, блядь. Ну, постоял 2 часа, потом доносится из комнаты: уважаемые пассажиры, приготовьте свои билеты, пожалуйста, уберите сумки с прохода. А кого ебет, что задержка 2 часа? Спросите эту даму на кухне.
моей безграничной мощи. Ха-ха-ха. Значит, 5 секунд до пола, всем тихо, всем заткнуться. 2 секунды до пола. Начали. Далее Гео. Мельки, двигайтесь. 5 секунд чума, смотрим внимательно. 1 секунда. Нарексис. 5 секунд. Сейчас. Ловушка 1 секунда. Мельки, двигайтесь, от ДД пробежали. Встали в крестик. Ловушка 2 секунды. Внимание. Вот это двинулось. Чума 5 секунд. Чума 1 секунда. Моту икрю побежал. Не спал. Возвращайся. Ловушка 2 секунды. На меликах. Летись мелик. Второй шар карь появляется 4 секунды. Ловер. Ловушка 5 секунд. Ловушка секунда. Центр двигается, все стоим на месте. Стоим. Ладно, пробежали против. Пробежали. Но ямочка беги. Диспал. Прошли, прошли, потому что у нас пропал двинулся. Еще РДД прошлись. Великий может попадать на нас. После этой ловушки. Ловушка 5 секунд, после этой ловушки двигаемся на край. Две капли давайте, мне две капли. Я уже дал. РДД двигаемся, а, чума 2 секунды, внимание. Молотов крю побежал, чума. Диспел. Все на край, 2%. 1%, ловушка 2 секунды. На миликах, на край побежали, все уже привели. Все на край, бегом, 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 бегом. Дефейти попало. Разверни духа, играем. Шипашки хант на перк. После первого духа шаман и ДЦП гимн. Сейчас, сейчас по-моему не ваншотнет. Забери, пожалуйста, вурдлаков с Эршамы. С Эршамы. Держите, попало. Молодец. Гимн тотем. Не срывайте духов, пожалуйста. Играйте аккуратно. А второй гимн. Играйте, играйте по этому духу еще. Пока не дни, играйте по новому. Там нет нахуй еще. Все, можете переключаться. Перебежка 4 секунды. 1 секунда. Перебежали, под морды духов нет, не ходить. Сверху добили. С левой стороны становимся, сейчас добиваем духа. Добиваем. Добиваем духа, становимся все в крестик, пожалуйста. Крестик. Стали все в крестик, бегом. Дай фрострап. Играем, повалим. Играем через ромбик. Осквернение 5 секунд, разбежали. Играть через трусы. Резист был аккуратно. Переключились в анет трусы, потом в печеньку переключили. Void Heal, гимноману. Void Heal, гимноману. И потом сразу бежишь. В этом же направлении становимся. В этом же направлении становимся чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Дали крестик. Сейчас со сквернением бежим в левую сторону наперед. Забери на себя. БР. Мотал ты БР. Быстрее. Надо. Все, дали бафы. Хорошо, играем, повалим. Одна летит не в ту сторону. Через ромбик. Через ромбик. Через ромбик. Через ромбик. Через ромбик. Там. Там. Ромбик убить.
забить бить. Галки дней. Переключились. Ачейвинг переключились. Быстрее. Быстрее. 15% оскорбления, 5 секунд разбежались. Хорошо, хорошо. Бафы посмотрите по БДК. 1 секунда оскорбления. Хорошо. Летим на портал, на портал летим, на портал, на портал, на портал, на портал. Протяни еще чуть-чуть глыбе. Все, встали здесь. Играем по валькам, сразу будет осквернение. Играем через печеньку. Через печеньку. Переключились все в ромбик. Переключились в ромбик. Осквернение 5 секунд. Разбежались из-под валика. Хорошо, добили печеньку, осквернение пристанище, играем по личу. Побежали в том же направлении, как первое было. Разворачивай. Встали все в крестик. Быстрее. 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 Крестик. Хорошо. Сразу после валик будет осквернение. Сразу после валик будет осквернение. Разбежались. По сторонам, пожалуйста. Это пало. Схватило. Печеньку играем. Печеньку играем. Печеньку играем. Оковы дайте, оковы быстрее. Гнев. Гнев дали. Переключились в трусы. Без паники. Переключились в ромбик. Ромбик, ромбик, ромбик. Не отпускать. Улетел. Матом был, да? Да, все хорошо, тихо. Осквернение 4 секунды, разбежались. Сразу после осквернения будет вальки. И побежали сразу под крестик. Крестик левее чуть. Сыграли, повалим через печеньку. Повисло? Нет, все хорошо. Боря, забери лича, пожалуйста. Хорошо. Переключились, пожалуйста, в ромбик. Осквернение 5 секунд. Ромбик без замедления. Переключились в трусы. Хорошо. 45%. Ведем к глыбе. Глыбе. В этом же направлении. Нет, стали, пожалуйста, в портал летим. Портал летим, портал летим, портал летим, портал летим, портал летим. Хорошо. Переход. Сейчас гнев даем. Гнев даем на валик. И переводим. Гнев даем на валик. Ждем еще. Одна валька. Переводим. Все на край побежали уже. Масса кру прожали. Гимн на ХП читаю сразу. Читаю. Кто достает БРМ до вишмастера? Он на другой стороне. Да потом мы его поднимем, пускай. Потом поднимем, все тихо, всем замолчать. Я спросил, вы мне ответили. Играем через гневного. Гимна ману, у кого есть плюсик рычат. Лямочка. Пристанище, давай гимна ману. Ставь тотем, если ты есть. Читай. Лямочка, читай. Лямочка, сейчас читай гимна ману, всем молчать. Играем по старому духу. Забери нового. Сверху. Moon Presence, подними Mortal Crew, пожалуйста. Переключились нового, там добьет дота. Докливайте. 2 секунды переходка. И Resistable пойдешь поднимать сейчас. После комнаты уже поднимешь нам Wishmaster. По духам играть. После комнаты Wishmaster поднимешь, хорошо? Значит, в комнате собрались в крестик по центру комнаты и побежали на портал. Побежали на портал. Значит, идите сейчас за звездочкой. Я побежал наперед. Идете за звездочкой. Не идите за крестиком. Сказал за звездочкой. Куда вы, сука, побежали за крестиком? Побежали дальше уже. Уже за крестиком можете бежать. Двигаемся. Встали сюда в закуток. 5 секунд выносим осквернение на край. 1 секунда. Осквернение на край вынесли.
Сыграли по духам. Все по духам играют. Аккуратно их заскринишь. Под мордой духов не стоять ни в коем случае. Дали бафы по вишмастеру. Добиваем старых духов, которые лоу хп отдали, забери на себя. Mortal Crew подними БДК быстрее. Mortal Crew подними БДК быстрее. По духу. Осквернение 5 секунд. 4 минуты. У кого БР есть? Ни у кого. Играем так, как есть. Ушли из-под духов. Быстрее двигай. Ловер, ловер. Игорь, я тут и духа держу. Ты чё там, блин? Я понимаю. Но что делать? Добейте этого сраного. Духа добиваем быстрее. Не ронять попало ни в коем случае. Перебежали на другую сторону. Скоро БР? Цифры на БР. Побежали. Побежали. Блять, БР долго. Сейчас СС наоборот пал, конечно, здесь. Не поможет. Пошли на портал. Пошли на портал за крестиком, бегом. Хильти как не в себя попало. Двигаемся. Гера после комнаты будет? Да. После того, как осквернение вынесем и перебежим на другую сторону, тогда только Гера. Я похлопаю духов. Этих духов я похлопаю. Значит, у кого гимноману откатился, плюс к прочат. Войда. Войд. Значит, прочитаешь сразу после осквернения. 5 секунд выходит. Мордор вроде БР есть, нет? Mortal Crew, у тебя есть БР? Если есть БР, пожалуйста, 3 минуты, хорошо. Двигаем, двигай, двигай на другую сторону. Читаю. А, не, подожди. Хорошо, все стали за спину мечу, пожалуйста, Геру дали. Отошли отсюда, ловер, я хлопаю. Тоже хлопаю. Блять. Камень души нажал, но нельзя забрать. Забагался. Похлопал? Сказать два слова. Где вы такого протопала взяли? У него на нем нич, анбаф, и он идет духов хлопать. Посмотри, от чего ты умер потом. Тебе, наверное, по кайфу тут сидеть до 10, до 12. Посмотри, чат, от чего ты умер. Я знаю, чего я умер. Тут лужа вообще не растет. Массируйся на путь. Растет в 500. Прям в прогрессии, на геометрической. В хуй знает в какой, но там вообще. Тут она очень медленно растет. Я в хз, даже меня сейчас убивало. Там просто этот жнец, да? Обычно типа вешается дебаф на 5 секунд, да? А тут он сразу, блядь, почему-то дымак пролетал. То есть только дебаф вешается, и сразу дымак летит. Там два раза. Хрена. Сразу и по окончанию. На мне был СС, но он не сработал. Все. Ой, ты не хочешь потанчить? Ты что, я больной, что ли? Ты что-то про товар офтанчил? Или ты уже забыл, как это? Так, значит, смотрите, я чудо... Этот Кирсел в Ретрика, Аластор, пожалуйста, в Протика. У тебя прошли лаги, Сенс? Ну, вроде да, но это такое. Ну, пожалуйста, пало. Я понял, что есть фурик. Не надо вестницы. Мишкой классно танчит тут, но... Там можно стан давать одни лайки всегда. Да его хану. Хорошо, Ридин. У нас 4 хилла. Если что, уже есть замен. Да, у нас 4 хилла.
Что там, Вальку согрели? Да. Стой, обратно летит. Чё-то так напряжно за пристрелом сейчас. Есть там суммон наверху? Или нет? Да, да. Так, суммоните, пожалуйста. Спасибо. Суйте, кого надо суммонить. Может, вам пятого хила надо? Для десятого хила им надо. Да мозгов побольше надо. Там как бы то, что я убивал, это... Ну, знаете что? Я вам скажу, для анбафа одного танка недостаточно. Даже то, что мы там могли бы похлопать, допустим, шипешки и прочее. Ловер сделал ошибку, что не послушал меня и пошел хлопать, но для анбафа этого мало. Нужно два танка полноценных. Так что, в принципе, там уже не было гневных. Конечно, вы можете сказать, что да, не особо нужно, но... Мы теряем ДПС, и от того, что хлопаем, от того, что начинается паника, все бегают, пытаются хлопнуть, но у них не падают. Поэтому тот трай был, в принципе, обречен. Если бы мы его вытянули, это было вообще на соплях. Да там тупо танки падали. Если бы танки не падали, убили бы. Я про это и говорю. Если бы танки не падали, мы бы убили. А так как там БРов не было, то в принципе мы могли бы протанчить еще 2 минуты, пока мото подкатится БКД на БР и БР нули бы БДК. Но это не факт, что так может получилось. Может быть, зайти с собой, тогда будет еще один дополнительный БР. Я вот тоже думаю, что лучше была бы сова, чем ШП. Давай я зайду с собой. Кто-то вышел с собой. Ты нормально дашь на уровне? Ну так же, но... Ну, вряд ли так же, но на уровне... Да нормально. Ну зайди на сову, пожалуйста. Там все у меня висело. Я бы потанчил мишкой. Лича. Шкаф стоит сразу с умом. Покажите цифры по КД на БР, пожалуйста. Угу, спасибо. Стоит Джесс в лоуковском портале, кому надо починить. Санул. Сразу смоним. Ну тыкните по суману, пожалуйста. Спасибо. Все, ты тут. Дали фулбаф, пожалуйста. Рыбка есть?
первый урод, дайте. Рыбка есть, я еще раз спрашиваю. Да, сейчас. Спасибо. Да, сейчас бы редиск тут писать про ролл. Вообще можно было делать, если бы до 10% давили, тогда только ролл писать. Кинтрейд, звездочки. Часик, он. Убери голну. А, кстати, да, я видел, что кто-то из Чайни убил. Кто этот индивидуум? Это нормально. Для чая из сушения кастуешь, сразу трехвалик дымаешь. У нас же все равно три. Подожди. Я понял, что он уже на себе. Я просил Войда играть через труд. Я просто играл. Открытка, если не знаю. Я понял. Я думал, все готовы? Вместе, блин. А тем временем они не улетали, правильно говорят. Товары там подрезали сухожилия. Угу. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне. Ну да, да. Мы все здесь тру, пацаны. Егор. Твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю есть смерть, девочки. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил. Все наши девочки тушные, но. Почему-то это не помогает. Ты пройдешь через эти. Наверное, чересчур большого мнения о себе. Может, ты отодвинулся от микрофона немного или что? Тише стал. Нет. Нормально. Он закрепу. Я просто убавил звук своего голоса. А, окей, ладно. Так лучше? Угу. 5 секунд пула. Только не кричи. Только не кричи. Как там песня? Далее, Гер. Старфолы, пожалуйста, сразу жать, потому что потом с вас забирать шаркарей, это будет очень печальное зрелище. Милики, двигайтесь. 5 секунд, чума. 1 секунда, чума. Резистабл. Спам. Резистабл, надо выходить, чума, двинулись от ДД. Ловушка, 3 секунды. Нараксис, мельки, двигай. 3 секунды, чума. 1 секунда, чума. Лик. Диспал. Возвращайся. Ловушка, 1 секунда. РДД двинулись. Дальше чуть пробежали, потому что не все стоят в кресте. Шаркарь появляется, 1 секунда. Ловушка, 2 секунды. РДД двинулись, миликов протягивай. 1 секунда, чума, внимание. Войд. Диспел. Ловушка, 2 секунды. Милики. Милики, двигайтесь. Ловушка, 5 секунд. Внимание. Чуму диспелим по рейду. Ловушка, 1 секунда. Милики, аккуратночек. БДК аккуратно. Там не чума. Диспелим. Забери с. Проходите, 70%. Двигаемся. На край. Я что-то затупил, но мне было чума, я затупил. Гимна хп сразу читаю. Прокручивание будь.
Я уже дал гимнах. Сакру попробуй. ПВПЛА, дефайте, пожалуйста. И разойдитесь, пожалуйста, по ренже. Очень вас прошу, вас лучи пробивают еще бок. После первого гневного он и холифист геймпотен. Не срывайте духов, играйте по старому, по канонованию. Диспел сорвало. Гимнтотем. Хорошо, вижу. Дал второй гимн. Сэнс, забери с меня. Когда сейчас? Не вижу. Хорошо. Всем заткнуться, пожалуйста. Перебежали. Moon Presence, подними, пожалуйста, весь. Играем по гневному все. Вестница. Дали баф по нему. Дали баф по нему. Пошли в квадратик. С левой стороны улетаем. 2 секунды. Быстрее. Встали все в крестик. Крестик, крестик, крестик. На удивление ровный. Бафы. Посмотрите по вестнице. 5 секунд осквернения. Вышли валики через... через трусы. Я тупой. Извините меня, пожалуйста. Залил вам осквернение. Через ромби. Летим на портал. Летим на портал. Двигаемся к порталу. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо. Сдвинулись чуть вправо. Чуть-чуть вправо. Осквернение сейчас идет вперед, налево. Вперед, налево, наискосок. Говорю, Ник. Внимание. Вишмастер. Хорошо. Играем через печеньку, пожалуйста. Через печеньку. Переключились в трусы. Переключились в трусы. И Лока захил. Кулак по себе, паладины, пожалуйста. Это у нас Кирсал. Кулаки. РДДшки на ренже. 5 секунд осквернения. Ближе к глыбе веди. Иди к глыбе. Почему ты до сих пор тут стоишь? Потому что сверху. Всем молчать. Так, бежали на правую сторону, развернулись. 1 секунда. Быстрее в крестик. В крестик, в крестик, в крестик, вашу мать! Играем по вакам. Через ромбик. Осквернение 5 секунд. Разбежались. Трусы добили. Значит, что у нас первое? Вальки. Значит, после валик сразу будет разверни в другую сторону. Разверни в другую сторону. Встали, пожалуйста, все в крестик. Все в крестик бегом. Все в крестик бегом. Сразу после валик, 1 секунда, будет осквернение. Разбегаемся по сторонам. Вальки хватают и по сторонам побежали. Играем через печеньку, пожалуйста. Осквернение выносим. Плохо, через трусы. Переключились, пожалуйста, в ромбик. В ромбик, ромбик, ромбик. Ромбик добили и переключились в печеньку. Быстрее, 5%. Хорошо. Сейчас будет первое осквернение. Сразу будет вальк. Будем лететь на портал. Портал не заливать. Будем лететь на портал. Сразу же бежим в сторону портала после осквернения. Нет, побежали все под босс. И сразу будет осквернение во время валик. Разбежались. Осквернение. Хорошо. Через печеньку. Через печеньку играем. Захиливаем заражение. Захиливаем. Переключились в трусы, пожалуйста. В трусы переключились. Хорошо. Играем по лечу. Значит, сначала будет у нас осквернение. После осквернения у нас будет вальки.
Пожалуйста, в центр комнаты. После осквернения мы будем переходкой, мы будем просто станить валик. Пожалуйста, на портал стали все. Все на портал, говорю, стали. Застанили валик и играем по лечу. Валик не будет, перешли на край. Бегом. Распределились по РНЖ, пожалуйста. У кого гимн на ману, плюсик в рейчат. Пристанище, читай гимноман. Аккуратно играть по гневным, не агро. Сферки добиваем. Играем по старому, духу нового не трогать. Значит, читай, Гуля, читай гимноман. Гуля, читай гимноман. Прости, пожалуйста. Могер, пройди чуть к краю. БР у нас кто? Кто БР? Плюсик в рейчат. Есть, в смысле, у Войда есть. Поднимай Джейсон Борна Мотл Крю. Мотл Крю. УБДК. И дали по нему бафы. Мотл Крю, подними его. Мисунул там. Старого духа. Я говорил, блять, не играть по духам. Долбоёб конченый, который не смог за своим агро, блять. Играть в духов. В центре комнаты собрались в крестик. Побежали на портал. Антон, пожалуйста. Стоим, пусть взорвется. Побежали, да. Стоим, пусть взорвется, стоять на месте. Двигаемся. Стоим на месте, 2 секунды выкидывает. Сейчас будет осквернение на край вынести. Доигрываем по духам. Доигрываем по духам. Бафы дайте там по... Кому надо. Джейсон Бур. Дал гимн на ману. Осквернение 5 секунд, разбежались. Лист центр комнат. Осквернение аккуратно. 1 секунда. Ты бы еще спрыгнул, блин, туда. ДЦП захилился. Сейчас будет комната, внимание. Гера после комнаты. Я знаю про Геру. Спасибо за то, что напомнил. Никто не умирает в комнате. Все становимся в крестик и бежим на портал. Подхиливаем присты кольцом свет. На портал. Как у тебя персажа не на КД, да? Двигаемся. У кого гимноману есть из шипешек? Плюсик. Да. У кого есть гимноман? Пару, дайте. Все, побежали вперед. Побежали, побежали, побежали. Еще двигаемся чуть-чуть. 5 секунд нас выкидывает и осквернение, пожалуйста, на край. После того, как осквернение вынесем, после того, как перебежим на другую сторону от духов, Геру жать. Можно сжать Геру. Не умирайте под центру комнаты, не стоять. Отошли от духов, они падают уже. Отошли от духов, сказал. Осквернение 5 секунд, разбежались. На ходу вынести. Не ходить по осквернению. Мастер. Аккуратно, духи падают. Двигаться, двигаться. Сова. Успокойствие. Духи падают. Аккуратно двигаемся. ШП, сова. Хильте, хильте.
хилить БДК. В комнате собрались в центре комнаты в крест. На портал. Кресты кольцом света и молитвы восстановления. У кого еще гимноманы есть, плюс аните. Если у кого-то гимноманы есть, вперед пробежали, прочитали. Да как, кто второй там прогрел? Двигаемся. Сейчас ХЗ не показывает. Три секунды нас выкидывает из комнаты, осквернение вы... Двери там. Аккуратно. Давай, как там. Ушли из центра комнаты, духи падают. Стали, пожалуйста, за спину. Плечу. Яков. Ушли оттуда, духи падают, дал гимн на ХП. Живите. Какого хрена вы, духов? 4 секунды осквернения, просто разбежались. Разбежались, 1 секунда. Не залить осквернение. ВДК захилить. Все добили. Молодцы, ребята. Да мы еще добивать. Изи. Аман, да почему ты нахуй тема не ставишь на третьей фазе после комнаты? Сам иди нахуй, понял? Слы, как обычный рей, как обычный лич в хуёвом рейте. Все нормально. Кстати, да, до берсы еще оставалось время даже. Попом помню, 3 минуты кайтили. Че, завтра начинаем заново? Че там? Че, давайте кому, сегодня кому доходим сова, на кино. Кому сова не нравится, моя? Алло, есть такие? Так, да, конечно, заново, сейчас дисконт будет. Сделайте там хоть скрин кто-нибудь. Сосать, мун, пресенс. Понял, чё? Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. Ну-ка, линканите там, кто по валикам и по духам в комнате, который. Сейчас бы с собой быть не на первом месте. Да линканите, ребята, Смотри, как я буду воскрешать их и превращать в воинов плети. А этот вальки? Они повергнут этот мир в пучину хаоса. А сирот пойдет от их рук. О, смотри, ничего себе, на третьем месте. Станешь первой жертвой. Тебя какой-то маг обогнал, 6-4. Какой маг? Посмотри получше. Да это ну. На туре. Даруй мне последнее благословение. Так ты ног лича, какой ты 13 место. Заметили? Это ну, надо будет на Вивера поменять с танком. Мучус, дам тебе 100 тысяч голды, если ты прям сейчас кикнешь ловера. Дам тебе 100 тысяч голды, если ты прям сейчас скажешь, что все кроме Войда здесь нубы. Кроме Дейксиса. Вы были с кем разговаривать или с кем не разговаривать? Все, заходить заначивали. Еще две ночки, блин мой. Настал час расплаты. Могу уступить место кому-то. Так уже поздно, она даже заводить было на платформу. Че, забыл, как это делается? Да. А вы говорили, надо ставить, лут надо ставить. Вот сейчас надо. Ну конечно, лут с анбафа более ценен, чем без, без баф. Точнее, чем с бафом. А что, дисконт будет, не? Да, сейчас на 1%, подожди. Ну вот и все. Изи.
Я вам вот что скажу, он баф не стоит столько нервов, сколько на это. А почему? Блин. А сколько вы тут сидели? И два аркуса, гац. Сколько хоть ачивок-то получили? Классно, два аркуса. 4-5. Сука, и печенька не моя, ласт печенька осталась. Два аркуса, два блядских аркуса. Видите, он говорил, что Вудсон баф оценнее. Вум порол воды. Гаси ушел, ШПШ. Да, жал. Ладно, всем спасибо. И вам спасибо.